внимание! Ремонтная бригада Мироненко и Мичурин сегодня идет к вам. Потому что именно для вас главное предложение дня – блоки интерьерного покрытия Нью-Йорк, благодаря которым более 45 тысяч интерьеров наших телезрительниц преобразилось. Это ремонт без строительной бригады. Это ремонт с максимальной простотой применения. Это ремонт, когда вы снимаете защитный слой, наклеиваете, да, и все. У вас новая квартира буквально за несколько часов. Ну и сейчас мы видим преображение, которое произошло у наших телезрителей. Это действительно сделать очень просто. Друзья, показываю, как это делать. Во-первых, блоки имеют очень удобный формат. Да, почти квадратные вот такие вот блоки. Вы снимаете защитный слой бумаги, и под ним находится клеевой слой. Клеевой слой универсальный. Это значит, что он может наклеиваться на любую поверхность. Это может быть и деревянная, и бетонная, и кирпичная стена. Может быть, старый кафель какой-нибудь. Так. И так далее, и тому подобное. То есть мы с вами не задумываемся о том, какая у нас стена. Вот у нас здесь деревянная стена, причем обратите внимание, что она неровная. Подожди, вся. То есть даже есть если... остатки. Остатки какие-то, да, я могу их не отрывать? Да, то есть если у вас ободранная краска, там штукатурка какая-то неровная, вы можете ее оставить и наклеить наш блок поверху. Благодаря объемной фактуре он скрывает все неровности. А благодаря тому, что это вспененный ПВХ, он изолирует эту стену. То есть, если у вас есть какие-то вот такие вот щели в дачных постройках, допустим, да, через которые задувает воздух, заползает насекомое, выходит тепло зимой, то наклеив эти блоки, вы изолируете пространство. Это такие дополнительные изолирующие свойства. Смотри, как я справилась сама. Скажи самостоятельно. Вот это доказательство того, что это все делается очень-очень просто. Потому что женщины очень часто сами делают ремонт. Скажи мне, пожалуйста, Лешенька, я, честно, не сильна. Я знаю, что, как правило, провода, вот у нас, когда в квартире мы делали ремонт, провода нужно было топить. А здесь я, получается, прямо на провод могу наклеить? Да, ты прямо на провод. Здесь делаешь чуть-чуть внахлёст, Лен, посмотри, да, 5 миллиметров есть припуска с одной и с другой стороны, и вы можете это как раз нивелировать неровности стены. Внахлёст здесь сделали, здесь разровняли и получили вот такую вот красивую кирпичную стену. Очень мне нравится. Дальше, Лен, посмотри, насколько они практичные. Их можно использовать и на кухне, и в ванной комнате, потому что при попадании на них грязи, прямо на стык я сейчас вот сюда вот, смотрите, при попадании грязи водичка стекает. Это о чем говорит? О том, что верхний слой грязи и влага отталкивающий. Он не впитывает влагу, а, соответственно, не будут скапливаться никакие бактерии, не будет возникать никакая плесень. Вы просто протираете тряпочкой, и первоначальный красивый вид у вас возвращается. То же самое, если ребенок захочет что-то нарисовать у вас. Так. Дайте фломастер другой мне. Этот уже не рисует. Да, поплюй. Смотрите, вот если ребенок нарисовал что-нибудь, то вы можете потом взять легко и стереть все это художество. То есть это говорит о том, что эти панели вы можете использовать в любом абсолютно помещении, в том числе и на кухне в качестве кухонного фартка и в детской комнате. Мои дорогие, сегодня ремонт без строительной бригады. Как раз весна, удовольствие перед Пасхой, да? Слышишь, сделать ремонт обновление у себя или у ребенка в зале, детской, гостиной, на кухне, в ванной, на даче, в бытовке. Я могу очень долго перечислять, но я скажу главное. Итак, внимание, в пачке вы получаете 10 листов размера примерно 70 на 77, плюс-минус. Вы получаете их по цене сегодня 3499 рублей. Это где-то здесь у нас 5 квадратных метров. Да. То есть вы уже сами можете рассчитать. Но главное, вы можете подобрать цвета. Я специально разговаривала с дизайнерами, я лично принимала участие именно в изготовлении новых оттенков. Посмотрите, воздушные шары, кораблик, может быть, в детскую или в ванную комнату. В поисках Немо, я обожаю ванную комнату. Вот такие предложения. Представляешь, как это красиво, как это органично. Да. Темный шоколад, очень красивый карамельный. Мозаика Сахара, это топленое молочко. Мозаика белая, красивые вот такие квадратики. Идеально на потолок могут подойти. То же самое, как и массив дуба, и старый город, и сумерки. Это уже стиль лофт у нас такой идет. Смотрите, горячий мокко, кленовый сироп, идеальные расцветки. Можете подобрать вот то, что вам нравится больше всего. Популярный самый, это альпийский дуб,
кирпичный и белый цвет. Белый вообще, как вы понимаете, пространство расширяет. И на фоне белого смотрится идеально любая, любая мебель. Многие же любят белый цвет еще и на потолок, да? То есть вот как раз то, что нам нужно. Леш, скажи, пожалуйста, сейчас многие, вот помнишь, я тебе рассказывала историю, Татьяна, подруга, купила квартиру 28 квадратных метров, маленькая. Ну, говорит, Лена, я когда узнала ремонт, мне посчитали, строительная бригада, побелка, все за что? Штробители, как вот правильно? Да, подготавливать, говорит, подготавливать стены. Это огромные деньги. Можно ли как-то обойтись без этого? Смотри, я просто взял и наклеил наши блоки на бетонную стену, не подготавливая ее, не выравнивая, даже не пряча провода. Вот здесь щели у нас остались, здесь дыра осталась. Здесь разные блоки по фактуре. Просто беру и наклеиваю. Все. То есть это говорит о чем? Что вы можете сэкономить деньги на дополнительной подготовке стен. На что штукатурке, на материалах, на работе рабочих, которых вы будете, просто берете и наклеиваете. Скажи мне, пожалуйста, вот я вижу, что не царапается никак, очень такие плотненькие, у меня очень сильная слышимость. Даже недавно сосед выходит, говорит, ну что, слышите? Я говорю, да, 8:30 утра, как вы занимаетесь на фортепиано, мы слышим. Еще раз, Леночка, я скажу, то, что здесь вспененный ПВХ, материал имеет такие поры, микропоры, в которых как раз и поглощается звук. То есть они дополняют... обладает дополнительным свойством шумоизоляции. Отлично. То есть, если раньше мы ковры вешали, чтобы как-то гасить звук, то теперь достаточно наклеить панели, и звук также будет поглощаться. Итак, мои дорогие, я еще раз напоминаю, что сегодня преображение, дачный сезон, квартира, все для вас самое лучшее. Еще раз представляем красивые предложения. Это воздушные шары, это кораблики в поисках Немо, это новая палитра для детей, ванную комнату. Да, скажи, она да. Дачу. Представляешь, как красиво будет? Можно заказать темный шоколад, мозаику Сахара, белую мозаику, мазив дуба, старый город, сумерки, горячий мока, кленовый сироп, альпийский дуб, кирпичный и белый. В общем, выбирайте свой цвет. Самое главное, знаете, что это ремонт без грязи, без пыли, без ремонтной бригады и буквально за 2 часа. И без дополнительных затрат, да, потому что это очень выгодно. 3499 рублей вы получаете сегодня за 10 листов. Звоните и заказывайте 5 квадратных метров и ремонт без забот.